нас на колесах с самого утра, где-то с 10 часов. Мы все крутим баранки и едем куда-то далеко-далеко от Джон. И вот мы наконец-то прибыли в гостиницу. У нас тут есть телевизор, у нас тут есть раз и два, две койки. Вот это вот будет наш ужин на сегодня. Тут у нас батон, помидорчики, йогурты, там, чай, колбаска. Завтра мы встаем приблизительно в 5 часов утра и отправляемся на ловлю щуки. Надеюсь, что мы проснемся завтра в 5 утра. Настало утро второго дня. У нас машина вся инея открылась. Сейчас пойдем чистить ее. Вот. А вообще штиль. Тут вот флаги висят спокойно. Наверное, сегодня будет плюс. Надо быстрее собираться, иначе будет волна метровая. Мы не сможем идти дальше. Поэтому пошли машину чистить. Да. Первая часть погрузки прошла удачно. Лодку на воду мы спустили. Все вещи загрузили. На заднем плане у нас всякие разные тягачи паркуются к берегу. Выгружают другие тягачи. Холодно ехать. На улице где-то минус один. Может быть ноль. Ветер. И на воде очень холодно. Переходить основную реку, где ширина будет составлять примерно километр. Но там будет интересно, потому что большой ветер, может быть, уже будет волна, а может быть и нет. Мы специально встали рано, чтобы перейти реку без волны, но кто его знает. Сейчас будем переходить реку. Здесь больше километра ширина. Ну все, поехали. В прошлый раз, когда переходили реку, была очень большая волна, примерно 1.5 или 2 метра. И не было даже видно берегов из-за этой волны. А сейчас нам повезло, мы попали практически в штиль. И вообще без особых проблем сейчас переходим.
Нехватно видно. Так, маска-то идет. Это как мобилизатор не очень. Не очень? Да. Давно здесь? С утра. А, с утра только? Понятно. Вода сильно падает? Ну, на прошлой неделе уже грязь была. Все, вот здесь, да, с метров где-то упал, слышно? Где-то так. Сколько вообще клет, нет? Так. Ну, так. Не поймешь, да? Ну, малька просто вот мало здесь уже с берега идет. Иди сюда. Снимай. Все. Вот у него здесь стоянка наша. Ширина-то 12 метров. Вот такая вот. А это кто-то босиком пришел. Сапоги потерял мужик на. Босиком ходит? Да, или женщина без сапог на. Женщина без сапог. Баль ходит. Ты ж хотел взять с собой женщину. Вот он. Вот. А ты говоришь, он на берег не ходит. Мне хватит этой самой. Там болотина? Да, вон, всякие лодки. Ну, лодки, короче. Ну, если собака, ты так сходишь. Да. Ну, да. Ну, тут постоял, понюхался, вот дальше пошел. Ходит, блядь. Итак, лагерь уже разбит. Лагерь уже разбит. Пока. Остается приготовить поесть. И можно будет выдвигаться на рыбалку. Гость пожаловал. Ну, подожди, еще не вечер, блядь. Только не материтесь. Мы ему макарон положим сейчас. Ага. Потом... Знаешь, как белки по тенту прыгают? Ага. Как тямина. Куда? По тенту. А лиса приходит к палатке и нюхает с той стороны, где ты спишь, вот за головой. Ты знаешь, вот ночью придет вот там и нюхает. Нюхает. Сегодняшняя ужасная погода не позволила нам снимать то, как мы ловили этих небольших крокодилов. Теперь пришло время их отпустить. Лови, рыбка! Чёрт, и воду! Давай, снимай!
вадится в кармане. Ушла. Пусть живет, и вот такая пусть бьет. Еще поймает. Живи, бумбарашка. Как ее зовут? Маша? Бумбарашка. Бумбарашка или Марусина? Нет. Первый день. Вот и у папы клюнула какая-то рыба. Сейчас посмотрим, что он вытянет. Надо будет узнать, какую приманку он рыбачил. Стой минут 15, наверное, или 20 он стоял. Вообще кошмар. Давай,
вода окончательно сошла с ума. Волны, ну, наверное, с метр, что ли. Приличные очень. Кренит лодку. Очкуем, поедем. В общем, благополучно укачало, и поэтому я решил продолжить рыбалку уже на берегу. Сейчас вот продвигаясь к месту, я вчера поймал нормальную щуку. Погода просто с ума сошла вообще. Ветер подняла муть очень большую вдоль берега. Поэтому рыба стоит, скорее всего, далеко. Но пока что еще вообще ни одной поклевки не было. Не знаю, будем проявлять упорство. Все равно поймаем что-нибудь. Все равно что-нибудь поймаем. А завтра, по прогнозу, вроде как передавали то, что будет 1 метр в секунду. Но достаточно холодно. Если завтра будет штиль, то это будет просто великолепно. Потому что можно будет ловить и на спиннинг, и на насос. Только я и напрыгнулся. Ну вот и папа, ничего тут не жило. Нормальная рыба, да?
запах, но мы решили немножко половить лодки, исследовать новые горизонты этой реки. И так как волна уже немного поутихла, уже не так страшно передвигаться. Приедем за щукой. Ну что, клюнуло? Ой, на твистер зеленый. Вся искусанная, вся в шрамах, бедная. Но мы ее поэтому отпустим аккуратно, чтобы она дальше жила. Повезло дважды в этой жизни. Сейчас мы тебя отпустим домой. Оп, что они не вредятся. Итак, подошел к завершению третий, получается, да, третий день нашей рыбалки. В течение дня очень хорошо рыба ловилась на отводной поводок со стримером. Похуже рыба ловилась на джиголовку с твистером или виброхвостом. Щука очень сильно гоняет малька, она плавится, она его просто, грубо говоря, геноцидит. Ну и не клюет. Завтра будет перемена погоды, завтра будет холодно и не такой сильный ветер будет, как сегодня. Поэтому будем надеяться, что завтра что-то изменится. Так, сегодня у нас пятый день поездки. Сегодня будем ловить преимущественно на спиннинг, рассказывать о приманках, вязать оснастки. И ловить рыбу. И ловить рыбу. Да. Что нам приманки вязать, оснастки вязать? Наша задача — наловить побольше рыбы и опустить ее почти всю. Почти всю, да. Часть все равно возьмем, чтобы закоптить. Но только часть. Все. Все, закидываем. Пора.
первая рыбка на сегодня. Попалась на вот такой вот вистер, на отводной поводок. Вся в пиявках, стоит на месте, видимо, абсолютно неактивная рыба. Так что вот. Полетела. Один ноль. Так, а у нас оказывается своеобразный дуплет. И на этой лодке, и на той. Крупная? Нормальная. Нормальная? Вот, игрывает-то хорошо. Ой, какая молодец. Безмен? Что ты, господи, куда ты прыгаешься? Тазик не влазит даже по диагонали. 2,18. Всего на все? Да. 2,180, короче. Пустяки. Кажется, намного крупнее. Давай, давай. Опускай. Сейчас отпустим, что. А? Намного крупнее, на самом деле, не сильно большая. О, пузатая. Кого-то съела уже. Все, плыви, бомбарашка. Один-один. Мы-то думали, там гигант. А там так. Килограмма на два. Вот такая вот приманка. На самом деле опыт не пропьешь. Что-то там. Так и быть. Так и быть. 1-1. 1-1. Рыба из-под лодки. Ого. Опять такая же на 2 килограмма. Что ты будешь делать? Как тебя там американцы берут под жабры? Так, вот.
пока. Не укуси меня. Два один. Это называется ловля в отвес. Дразнили, дразнили и выдразнили. Бывает всякое. Двумя снастями начнешь ловить, ни одной не поймаешь. Похоже, сегодня я буду работать только оператором. Будем брать подсак. Собака. Паркер Вилли. Крупнее будет чем-то. Что ты? Хорошая, но маловато будет, как говорил один сказочный герой. Давай, ныряй. Какой счет-то? 4-1. 4-1. Давай, плыви, позови бабушку и дедушку. Счет 5-3. Эпические кадры.
6-4. Все, батенька, поздно. Ой-ой-ой. Все, это подсадчик. Укусила леску в подсадчике. О! Прокусила дырку в подсадчике. Ничего не поделаешь. Увы, придется сетку менять. Если я не ошибаюсь, то счет уже 8-4. Не прошло и минуты с прошлой щуки. Пока. Снимать не будем. Счет-то получается 9-5. Ну уже покрупнее рыбка-то пошла чуть-чуть, а? Сегодня мы ловим в очень тяжелых условиях. Дует северный ветер, такой промозглый, 3-4 метра. И весьма некомфортно себя чувствуем на лодке. Кто понимает, что это такое, сейчас сентябрь месяц, и погода не ахти какая. Поэтому сегодня рыба у нас капризничает. Поклевок достаточно много, но, к сожалению, результативных поклевок не так уж и много. Сколько мы поймали тут, по-моему, штук 15 или 17 на двоих. Хотя это для обычной средней полосы России это шикарный улов, но для здешних мест это пустяки. А так как погода не особенно важная, сегодня приманки предпочитают в основном одного типа. Это мягкие всевозможные твистеры, виброхвосты и так далее. Пробовали мы ловить вот на эту резину, всякая она разноцветная, большая, маленькая, от такого маленького хвостика до такого 18-граммового виброхвоста. Вот, также пробовали рыбачить и на воблеры, на глубинные. Блёсны мы сегодня не пытались использовать. Это бессмысленно, потому что глубина большая, 5-6 метров, а маленькие блесны, никакого эффекта вообще абсолютно не будет. Вдоль берега я сегодня пускал вот такую торпеду. Щука выходила к берегу, малек прыгал. Казалось бы, тут такой винт специальный. Но все это приманка, которая... Не знаю, как себя зарекомендовала, а зарекомендовала никак. Несмотря на ее высокую цену, несмотря на этот пропеллер. Никаких положительных результатов сегодня она не дала. А в основном, сегодня была вся рыба поймана
Вот обычные твистеры. Различных цветов. Хорошо работал вот такой цвет. Желто-зеленый. Какой-то странный. Вот он. Я даже вам покажу. Весь искусанный, изрезанный. Уже места живого на нем не осталось. К счастью, хвост остался живой, поэтому мы его оставили пока на память. В связи с тем, что вода здесь все-таки достаточно такого темного оттенка, болотистого, и большая глубина, все-таки лучшие оттенки были, все-таки лучшие цвета были это белые, зеленые, ну и разные салатовые. Рыба, как уже мы догадались все, стояла возле дна. И, соответственно, требовалась специальная проводка. То есть обычная классическая джиговая ловля. Делаем взмах, загруз, приманка приводняется и ждем, пока она полностью опустится на дно. Соответственно, с утра часть поклевок была непосредственно на падении. То есть в тот момент, когда вы забросили, приманка приводилась, нужно обязательно выбраться на виду лески и контролировать ее падение. В этот момент даже две или три щуки мы поймали. То есть приманка еще, хвост еще не успел коснуться дна, а рыба уже его, так сказать, клевала навстречу. Вот, но это было с утра. Потом немножко все испортилось, ветер стал хуже. И стала ловиться только на обычную джиговую приманку, на обычную джиговую проводку. Соответственно, заброс, приманка касается дна, и потом различными движениями катушки, или одним оборотом, или двумя оборотами, мы приманку на дне оживляем, она подпрыгивает, и, соответственно, на взлете или нападении происходило в основном, ну, так скажем, 90% поклевок. Вот сегодня основная такая была рыбалка. Запросы сработал сразу же стример. Да, первый раз. О, опять на стример. Очередной заброс и вот опять клюнуло. Не знаю, что у них там сегодня. Ну, видимо, понравился им зеленый стример. Будем ловить дальше, посмотрим. Очередной трофей, который мы опять отпустим в воду. Пусть живет. Хорошо сопротивлялась. Прости, а больше забыла.
Вот сейчас была очень сильная поклевка. И все, что осталось, к сожалению, от хорошего качественного крючка. Сильная очень поклевка, подтяжка, рывок и все. Ну, видимо, не наша рыба была. Что поделаешь? Как собака мокрая. Ну ее вот один раз водичку так. Ну, все, она уже снова как рыбка стала. Крючок потом пододвигаешь. И все, и вперед. Вот такую красотку нам принесла из по самой лодки. О! Вот и подошел последний день нашей рыбалки. Это наши маленькие трофеи. К сожалению, пленка кончилась в самый неподходящий момент. И, да, и не удалось застать. Остались вне кадра. Вне игры. Да. Ну что? Это... Что? Рыбалка прошла удачно. Да. Надеемся, в следующий раз не хуже порыбачим. А пока, до встречи. Кого больше? У меня больше. Победила дружба.